Всем привет! Сегодня с Журбеста приехал такой ножик, потому что в свое время я упустил и не сделал на него обзор. Значит, ножика уже, разумеется, внутри нет. Есть вот такой земляк с отверткой. Есть у них, походу, специальный человек, который плетет все это, землеплет. Вот. Ну и отвертка в этот раз, конечно, прям удивляет. Просто гигантская, вот такой вот штырь. Собственно, речь сегодня пойдет о ноже Sienkiewicz Leaf. У меня на канале был обзор такой версии вот Веспы. У меня есть Zero Tolerance 4.5.2, аж 2 штуки. И вот эта версия от Grintorn, просто которая идет конкретно для Журбеста без всяких опознавательных знаков, ну, мне достаточно интересно для сравнения. Скажем так, по качеству обработки самого титана, я вам скажу, что, блин, здесь, наверное, все получше, чем у Веспы. Нету того гремения вот этих вот конструкций, которые были. Клипса не очень, на Веспе была поинтересней, но при всем при этом все тот же самый сухарь. Нож достаточно легкий. Давайте взвесим. Так. 107 грамм, вполне. Хороший флип, здесь стоит обычный подшипник самый, если я правильно помню, там двухрядник на пластиковой обойме. Сатинированный клин, все то же самое, за исключением того, что чуть-чуть украли клинка. Здесь 104 мм, здесь 97 мм, в обухе те же 4 мм, здесь тоже 4. Сведение, ребят, намерил в средней части 0,5 и на кончике 0,7. К сожалению, ко мне клинок пришел с вот такой вот, я не знаю, получится показать, нет, с такой вот мелкой царапиной. Нет, не покажу, не могу поймать. Ну, короче, вообще такая практически... Вот, да. Как бы, ну, сатин есть сатин. На сатине все это видно, поэтому именно на вот этом ноже, на оригинальном я сделал Black Wash и на втором сделал Stone Wash. Если вам нравится эта форма, я думаю, что нет смысла тратить деньги на Веспу. Можно обойтись вот этим ножом, если он еще доступен к заказам. Я, если честно, не очень знаю. Плюс очень понравилось качество анодирования, ну и, разумеется, его цвет. Ссылку на этот нож я оставлю обязательно в описании. Стоит он там порядка 70, по-моему, долларов на момент, когда я выбирал, что мне отправить. Это приехало бесплатно, я поэтому вам честно говорю, просто чтобы вам это дело все показать. Нож сам хороший, сведение вменяемое, даже лучше, чем у оригинальной Zero Tolerance 4.5.2. При этом хороший нормальный размер, хороший подшипник. И если вас не смущает, что у вас вот сюда и в подшипник будет набиваться всякий там пух и прочее с кармана, то вполне могу его даже рекомендовать как EDC, потому что клипса здесь достаточно удобная. Она прижимает одной стороной, садится на карман шикарно просто, и вполне повесить темлячок, который немножко будет оставлять вот здесь следы. А так, за свои деньги, я думаю, что нож просто отличный и вполне тянет на использование его в EDC. Единственное, качество спейсера, он как будто бы не отфрезерован, как будто бы отлит из алюминия какого-то. В общем, а так все супер за свои деньги. На этом, наверное, и все. Всем спасибо, пока!